Всем доброе утро. Мы вот проснулись недавно, сегодня 9:30. Ну, где-то около 9 встали. Сейчас будем завтракать. Вчера кашу сварила на утро. Вот. Такая кашка. Овсяная. Так, что у нас еще будет на ужин? Ну, я на ужин говорю, на завтрак. Лимончик с чаем. Так, Ярослава бабушка купила булочку. Я ему с маслечком сделаю. Вместо как батона. Вот так, чаю у нас рулетик. Это бабушка вчера приносила. Я вчера на тренировку ходила, и вторая бабушка приходила к нам с Яриком посидеть. В общем, набрали лекарства, сейчас покажу. Я же не рассказывала, мы же опять заболели. Кстати, 3 дня отходили в садик. Вчера утром проснулся, у него нос заложен у Ярика. Кашлять начал. И это. Время 6 утра, а мама на работу в 7 уходит. Она в 6 утра пошла в аптеку, там круглосуточную. Набрала лекарства, принесла нам и убежала на работу. Сейчас покажу, что купила. Купила кашля Гиделикс. Он, кстати, очень хороший, нам помогает. В последнее время мы все Абрабе набрали. Но все равно надо чередовать. Вот взяли Гиделикс. Физраствор, чтобы у мамы был. Из дома я уже вчера ходила домой, не стала брать. Думала, она пусть здесь будет. Ромашку взяла заваривать. Ингалипс. Горло брызгать. Розовенький. Он, кстати, не такой противный. В белой пачке вообще такой неприятный он. И купила нам бабушка витаминки, вот такие пиковид, сиропчики. Это я буду ему уже давать после того, как мы это подлечимся. И буду давать вот этот сироп. Сейчас мы бронхоммунал пьем. Эффекта я, конечно, не увидела, считайте. 3 дня проходили, опять заболели. Ну, получается, сколько? 5 таблеток выпили на тот момент. Не знаю я. Или чтобы эффект был, надо все 3 курса пропить. Все непонятно. В общем, вот у нас сейчас будет завтрак. Слава, я на хлебцу намажу маслечко. И покушаем кашку. Все, приятного нам аппетита. Запасики бабушка купила. Это вчера бабушка та принесла. Это моя мама купила ему. Фрутоняшку, 2 сока. Это чтобы было. Тензе. Я такие палочки бамбуковые покупаю. Он очень любит их. Это тоже у нас запасик. Лежит. У нас еще есть. Там еще какое-то печенье бабушка покупала. Вот так вот. Такая вот кухня у мамы. Маме, короче, плитку кто-то ложил, не знаю, вообще ужасно. Ее, говорит, задеваешь, уже шевелится, хотя она не старая. Уголки не ложили, без уголков делали. Никакой затирки нет, вообще ужасно, конечно. Нам, надеюсь, так не будут класть плитку. В общем, ладно, будем завтракать мы. Вид из окна у мамы с 5-го этажа. Там вдалеке речка за лесом. Вот железнодорожные пути. Здесь у нас автостоянка. Здесь какой-то спорткомплекс небольшой. Кстати, вниз в тренажерку сюда ходил. То это здание желтое. В общем, вот такой вот вид из окошечка у мамы. Видите, как вечером красиво елочка светится. Елочки, фонарики. И тренировочки. Уложила Ярика спать. Сейчас буду готовить индейку. Я разморозилась. Все, чайник поставлю кипятить. Кошка пошла, тоже что-то хочет. Что села-то посерединке? Иди в сторонку. Вот, значит, буду индейку и хочу капусту потушить. Вот. Вот чем я займусь, пока Ярик спит. Сейчас приготовлю покушать. Как раз Ярик пока спит. Мама придет сегодня в воскресенье пораньше. И пойду к Денису помогать. Там все накинулись на меня, что я ничего не помогаю, видите ли. Как я должна помогать, если я сижу с Яриком целый день? Сидеть в садике я его пока не вожу. Завтра пойдет уже. Получше стало ему. И это. Мама работает до вечера.
У Дениса мама не хочет ходить сюда. Ну, как, в чужую квартиру. Неудобно, короче, говорит, как-то ей. Поэтому с Яриком сидеть некому. А то там накинулась, я лентяйка, я ничего помогать не хочу. Вы видите только 10 минут видео. Откуда вы знаете, помогаю там, я не помогаю? Вчера ходила, помогала, между прочим. Так что не надо там мне наговаривать. Потом сколько мыть это все? Что думаете, он что ли будет это мыть? Вместе будем мыть. Сейчас Ярик будет уже в садик ходить, буду помогать ходить. Времени будет больше. Ну, вот приготовила мяско, у меня уже потушилось. Сделала немного такой соус, сметанку с мукой. Помидорка, морковка, лучок, укропчик. В принципе, уже, наверное, готово. Вот. Кушать приготовила. Сейчас пойду посудку мыть. Я вам там накопила, готовила свою посуду и пойду там еще кое-что найти. Мама пораньше пришла. Я пошла помогать Денису. Может быть, покрашу трубу. Мама краски белые принесла. Фух, вообще пошла помогать. Сегодня на улице вообще ужас, что творится. Снег валит, метет, ветер сильный, холодный. Руки вообще мерзнут, глаза слезятся. Фух. В общем, все, пошла на помощь. Ну ты, Юль, домофон на неё отрывай. Я не домофон, я хочу подцепить. Человек, получается у тебя? Да плохо. Тяжело? Вообще плохо отходит. Плохо отходит? Тяжелее, чем? Это тебе не взяли на эллипсоиде кататься? Ну, на эллипсоиде двигаться? Ну, так она. Приходится всю жизнь пылью подышать. Там в комнате отбирали, да, чего? Грязь какая. И пылью подышать. И потом мусор вынести, выкинуть, вымести. Да. Не так-то просто, да, это? Угу. Не хухры-мухры, да, Юля? Угу. Ты потом это будешь сено, соседнее будешь сено сейчас? Кого? Соседнее будешь сено, это отрывать. А ты что? Ну, нет, я сейчас иди, я буду коробки видео буду воровать. Фу, все, ободрали в коридоре все обои. Сейчас иду домой. Темновато, правда? Иду домой. Зашла в магазин, купила сырников. Блинчики. Денис, может, вечером зайдет попозже с Яриком поиграть. С пожары блинчики. Что тут вообще темно очень. Фонари не работают. Только в садике. Но этого мало. Все, коридор полностью ободрали. Завтра, если с ЖКХ придут, трубу сделают, он начнет плитку на пол ложить. Положит плитку, потом будут пол в коридоре делать. Он только на кухне сделал. Сейчас начал пока стены там делать по кухне, пока мы обдирали обои. Все, работа кипит. Что, я, получается, 2 часа поработала. Сейчас пошла Ярика надо покормить, лекарства ему там все дать. Завтра Ярослав в садик, и я поеду на биржу к 10, и потом, если все нормально, пойду дальше помогать. Хотя завтра там нечего помогать. Ну так, мало ли, что понадоблюсь. Хочу старое перебрать, что это выбросить, что оставить, надо перебрать все. Все, ладно, пошла домой. Сейчас буду кормить его. Чай сделала, салатик, хлебушек. Так, это я сейчас доедаю. Мне уже греется. Нужно согреть. Макароны с индейкой я делала. Вот, сейчас покушаю. Тут я еще блинчики пожарила. Сейчас положу в тарелочку. Вот, сейчас покушаю. Это будет с Яриком играть. Вот, как-то так. То все говорите, я его не кормлю. Замечательно он ест. Какой вид из окна у мамы с 5-го этажа. Там вдалеке речка за лесом. Вот железнодорожные пути. Здесь у нас автостоянка. Здесь какой-то спорткомплекс небольшой. Сейчас Денис в тренажерку сюда ходил, в это здание желтое.
такой вот вид из окошечка мамы.